Несложно догадаться, с чем призвана познакомить брещан и гостей города тематическая выставка, имея такое сказочное название – «Зимнее волшебство». Главные герои новогодних праздников и являются виновниками распахнувшей свои двери для всех желающих экспозиции. Из-за витринных стекол на гостей выставки смотрят Деды Морозы и Снегурочки, созданные в разные временные промежутки, начиная с конца 19-го, заканчивая 21 веком. Выполненные из различных материалов – пластика, стекла, фарфора, резины, дерева, бумаги, воска – каждый экспонат является свидетелем истории. Около 70 игрушек представила из своей частной коллекции руководитель музея Брест-театральный Анна Ковалева. Самое интересное, что знаете, что когда мастера делают, то у каждого мастера свой почерк. Ну вот как у нас вот рукодельницы, допустим, у каждой рукодельницы свой какой-то уже свой почерк, правильно? Вот и Дед Мороз, если я беру, допустим, фабрику Робинскую, у них одна фактура. То есть вот Горьковский, Нижний Новгород нынешний, я отвечаю сразу, у них по-другому рисунок, у них другое лицо. Даже вот разрисовывают в каждом городе, каждая фабрика Дед Морозов расписывала по-разному, что это все ручная работа. И ну, когда с ними постоянно вот общаешься, то уже можно отличить, вот они как друзья, я уже знаю, кто такой. Можно описывать каждого до бесконечности. Второй блок экспозиции посвящен вечно зеленой красавице любого новогоднего и рождественского торжества. Современный взгляд на то, как должна выглядеть зеленая ель в наше время, продемонстрировала талантливая и одаренная молодежь города над Бугом и взрослые. Также на выставке можно было познакомиться и с работами польских рукодельников. Свыше 40 елок сделаны из самых разных подручных материалов. Из проволоки, ниток, фантиков, оберток от конфет получились настоящие шедевры. Золотые руки у наших жителей. Из различных материалов, как вы можете представить, увидеть здесь сделаны, представлены эти елки. И второй год в нашей выставке участвуют гости из Польши. Они как-то были один раз, посмотрели, им очень понравилось. Они стали у себя проводить. И вот в этом году брали наши елки на то, чтобы у них проводилось это мероприятие, и привезли свои на нашу выставку. Я думаю, что интересно то, что дети занимаются творчеством, то, что они занимаются делом, всегда заняты, и я считаю интересным посмотреть на их работы, что они придумали. Я думаю, что в преддверии новогодних праздников важно посетить именно эту экспозицию, потому что тут представлены творческие елочки всякие различные, необычность, все-таки какая-то талантливость детей проявляется. Ажиотаж вокруг выставки – это бесспорно первое доказательство того, что представленным экспонатам, Дедом Морозом, Снегуркам и современным зеленым красавицам удалось запомниться посетителям. Зимнее волшебство ждет всех желающих. Познакомиться с удивительной выставкой можно до 20 января.